Мои дорогие, привет! Как у вас дела? Так, пчелы Мирабалар, нас смс. Hello. Ой, девчонки, в общем, пришла ко мне посылочка небольшая. Сейчас мы ее распакуем и попробуем. Так, пчелы, тады на бакаджаз, табишерля гельде. Еще хотела сказать, там одна такая у меня есть подписчица, девочка, ну, умница, ничего не скажешь, что я разговариваю на там разных языках. Вот я хочу просто сказать для новых моих подписчиков, я разговариваю на русском и на турецком. Почему? Потому что у меня, я сама как бы живу в Турции, и поэтому у меня подписчиков тоже достаточно как бы с Турции. Они на русском не понимают, и мне приходится говорить на двух языках. Иногда даже они мне пишут, что я больше говорю на русском языке, чем на как бы на турецком. И говорят, мы тоже хотим знать, о чем вы говорите. Мы же, говорит, вас смотрим, говорит, ну, типа там лайки ставим, это, то. Они тоже правы, ну, просто правы. А там девушка пишет, что за понты. Ну, вообще такое выражение, конечно. Ну, понтов нету, и вообще я даже не знаю, это что такое, если честно. Это, в моей жизни даже такого не было. Вот, если это ближе к вашей, то вот как-то я такое слово даже никогда и не говорила, и это для меня было вообще что-то такое. Я думаю, это что за слово вообще? Это уже давно, вы знаете, мир идет вперед, и поэтому такие выражения уже давно, как бы, ну, такие слова не говорят, наверное. Вот, и никто здесь таким делом не занимается. Это вообще-то мой канал, и я имею право разговаривать на скольких языках хочу, настолько как бы и разговариваю, чтобы мои подписчики знали, что я уважаю каждого человека и каждую нацию. Ну вот, предусловие пришлось начать вот с этой девочки, не буду говорить ее имя и вообще, но девочка вообще не права, конечно, можно было спросить, почему вы так разговариваете, я бы ответила. Поэтому пришлось девочку заблокировать. Так что как-то так. А, вот пришла посылка. Эта посылка мне привезла девушка из Бишкека. Но я его заказывала. Заказывала у Янюты. Вот. И она мне отправила 47 килограммов. Они пришли туда в Бишкек в общем, потому что в Турцию невозможно, вы знаете. И я вообще хотела, чтобы она в Украину отправила. В Украину тоже невозможно. И, ну, в общем, как-то так. И теперь я буду оттуда привозить по мере возможности, сколько возможно, как бы, да, привозить сюда. Вот. А с другой стороны, если я поеду к маме, то будет чем снимать видео, правильно? Так, пчелы. Будет спаришен русядин. Ama tam olarak Rusya'dan gelmedi. Rusya'dan ben anneme sipariş verdim. Annem de buraya geldi. Привезла мне девочка, большое ей спасибо, Аида. Вот, она мне его привезла. Ну, конечно же, за килограмм там есть определенная оплата. Вот, не бесплатно. Она мне привезла по 5 долларов. Немножко дешевле нашего карго, да, такая. Но иногда наше карго тоже бывает по 5, и иногда по 6. Вот. Когда как. И, в общем, это все упаковывал мой дядя вместе с моей мамой. А вот в какие пакеты они положили, я не знаю. Или они вот прям с теми пакетами дали, которые там были, даже без понятия. Да, сейчас скажут, что я много говорю, но вы, в общем, прокрутите это все, кто не хочет слушать. Это не проблема, я думаю. Так, пчелы. Ой, ой, какой кусок здесь вообще шикарный просто. Распаковка. Распаковка. Мелочков, да? Пакеты опять надо мне свои. Вы знаете, что я пока... Извините, что это все вот так вот шумит. Пока в свои не упакую такие пакетики, не наклею название, я не успокоюсь. Вот, вот такое разноцветное я не люблю. Чтобы мне было приятно взять, с
контейнера своего и покушать. Я Нюта, большое спасибо. Девчонки, эти мелочки я не пробовала. Я именно попросила маму, чтобы она там положила мне, вот я название выбрала, и положила мне те названия, которые я вообще не пробовала. Вообще никогда. И сейчас вместе с вами мы будем пробовать. Ой, все, все в меле. Ай-яй-яй-яй. А какая пыль меловая, это же кошмар. Прям вот столько, вы знаете. Давайте я сейчас все открою, а потом буду это, да, а то шерехтит прям. Хорошо? Biraz açtım da hepsini, çünkü ses gelmesin diye. Böyle yaptım. Девчонки, оно все очень влажное, оказывается. Все во влажном виде. Вот как дядя получил, принес домой, вот так и в мешках это все лежит. Теперь буду маме просить, чтобы она посушила это все, вы представляете? Все прям мокренькое-мокренькое. Вот здесь у меня 5,5 килограммов. 5,5 кило hepsi geldi. Голубина, ваниль. Моя любимая Чураева. Так, и заречье и белый слон. Белый слон я не пробовала, всегда так хотела попробовать. Но оно все мокренькое. Давайте попробуем вместе, да? Абу беяз филь. Нифига себе, прям какой-то каменоброд. Такой тверденький. Угу. Представляете? Таден бакьорус. Ну, он такой тверденький. Я думала, он... Как эти, сейчас скажу. Как из Милого царства, да? Такие вот, они все... Вы знаете, что я люблю эти все мелочки. Sertmiş. Biraz fil. Bunlar hepsi ıslak, kurutmam lazım. Надо было маме посушить. Я же не знала, что они мокрые. А то бы больше привезли, наверное. Твердый. Такой кусок. Beyaz fil. Белый слон. Все такого серого цвета. Так, голубина. Давайте попробуем голубина. Голубина, вот такие куски. Здесь все, вообще-то все практически по килограмму. Голубина. Супер мокрая. Вот супер прям. Ну, такое пожирнее. По сравнению с белым слоном. Угу. Все мокрое. Ну, прям мокрое. Угу. Надо сушить. Вот Чураева. Чураева, два таких супер напудренных куска. А пудры здесь сколько еще? Принесла молочко. Сюда. Чураева. Жаль, не хрустит. Вот. Сразу есть какой-то запах. Вкусный, сырость. Очень приятно. Кушаешь приятно. Ну, мы сейчас попробуем, потом похрустим чем-нибудь другим, потому что это все мокрое. Ой, такое прям серое. Вот серое, а мокрое, поэтому, наверное. Заречье. Давайте попробуем заречье. Ой, Чураева. Прям любовь моя стала.
Вот сейчас что-то подвальное такое. Вот сыр в подвале бывает же. Вот такое есть немножко. Tadını şimdi tam bilemiyorum çünkü hepsi ıslak. Kurutmam lazım. Sonra tekrar bakacağız. А вот этот такой красивый цвет, ваниль. Прям по сравнению с другими, оно такое желтенькое. Başkalara göre biraz sarı gibi. Ну, здесь еще такой кусочек. Хорошенький прям. Здесь еще вкрапление есть какое-то. Но оно мокрое. Ну, Маша тоже, да, мокрое решила. Я не знала, что он мокрое, честно, не знала. Ваниль. Он такой во рту гладенький прям. Пудра прям сыпется с него. Ваниля, да? Ой, девчонки, все мокрое, все. Думаю, сейчас наемся. Не тут-то было. Сейчас достану что-нибудь, погрызем. Давайте погрызем знаменский. Ну что ж, раз Маша села прям погрызть знаменский. Ой, вкрапления желтые. Видно? Не очень, да? Ну ладно. Прям посередине. Его особенный вкус. Не знаю. Ни с чем не сравнить. Такой запах. Здесь есть как будто в метро, что ли. Вот эта сырость. Не знаю, что за такое. Вкусно. Оно такое, оно не гладкое, как вчера его кушаешь там, и так все по маслу. Шершавенькая маленькая, но не песочная. Девчонки, я сегодня... Ой, сейчас опять с каждым много разговаривать. Ладно. Поем, потом поговорим. Меня прям прет поговорить.
Такие пакеты огромные прям. Сейчас будем работать. Ой, наелась Маша. Володу иду. Süt plan çok güzel. С молоком так вкусно. Вот честно вкусно. Реально. Что хотела сказать? Что-то хотела сказать, уже забыла. Сегодня ходила же в салон. Сделала свою процедуру. Девчонки, короче, я решила просто сесть на диету. Вот честно. Сегодня сделала покупки. Кто-то там мне говорил, снимите, что вы купили. Честно, девчонки, мне так неудобно такие вещи делать. Тем более там еще пишут всякую фигню, вы знаете. Давайте я не буду показывать, что я купила, да? Не обижайтесь, там просто девушка писала одна. Покажите. Я думаю, не будем этими делами заниматься. Тоже пошла купила сегодня вещички маленечко. Ну как, уже на весну готовится Маша. Купила себе жакет. Что-то шелохтит, мамочка. Бершка. Такой бежеватый цвет. Ну, как бы сказать, даже темно-бежевый такой, знаете. Но ткань супер. Такая необычная ткань. Чем-то на лен смахивает. На подкладе. Такая классная. Купила себе штанишки, короче, светлые. Платье купила в Манго. Честно скажу, так хотела туфли. Вот, девочки, вот честно скажу, да. У меня есть бежевые сапоги, полусапожки, да, такие на каблуках. Я люблю на каблуках ходить, очень люблю. Ну, никуда. Иногда, когда по делам, я не одеваю каблуки, честно. И вообще, я каблуки больше люблю одевать весной, осенью. Зимой я не люблю одевать каблуки. Ну, сейчас весна, но все равно у нас, ну, холодновато так, чтобы тонкая курточка была, да, не вот это вот. Некрасиво смотрится каблуки и вот какая-то там куртка распушистая там всякая. Балоневая, да, там, или еще как их называют-то. Ну, обычно стандартные куртки. Вот. Поэтому не одеваю каблуки с такими вещами. Я более спортивная вот так. Ну, джинсы там, вот так как-то. Ну, честно скажу, у меня нету бежевых туфлей. Вот нету. То есть, но не здесь. Вот там у мамы дома, например, они есть. Бежевые у меня там есть. У меня же половина вещей там, половина вещей здесь. И половина вещей вообще непонятно где. Ну, короче, у меня вещи везде. Куда езжу, я же, ну, не могу столько таскать тоже. Там, все, везде, короче, есть. Где-то еще оставила в Анталии, вроде бы, где-то там у меня были вещи. Сейчас только вспомнила. Ну, ладно, уже, наверное, и нету их. И здесь у меня бежевых туфлей нету, короче. У меня есть черные, красные даже там. Серый даже есть. А сегодня такая ходила. Вот это в Манго зашла. Девчонки, кто не хочет вот эти разговоры слушать, не смотрите. Зашла в Манго, короче. Ой, там такие туфельки. Ну, такие прям хорошенькие. Но я не могла купить. Я не всегда могу что-то себе купить, да. А то там кто-то мне сказал, что я могу себе все позволить. Нет, не всегда могу все позволить. Мне тоже, ну как, определенно, да, туда надо, сюда надо, туда надо, вот это все. И поэтому я думаю, нет, Маша, хватит, не пойдет такое дело. Что меня кто-то каждый день куда-то приглашает. У меня, знаете, сколько вещей, девчонки, даже вещи есть, которые я не одевала по несколько лет. Вот честно, новые, висят с этикетками. Если честно, я собрала много вещей, там девочка одна была в Фейсбуке.
ну, нуждалась, да? Она попросила в Фейсбуке, у кого есть вещи, отправьте, пожалуйста, туда-сюда. Я ей собрала полный такой большой пакет. Вещи у меня, ну, хорошие, потому что я много, ну, не одеваю, да? Прям как, вот как новое. Все собрала, отправила. И сумки даже ей отправила. Она такая довольна, благодарна. Но я ей сказала, сами оплатите этот карго, я вам отправлю. Она такая, ладно, ладно. Она сама оплатила. Ну, оплатила-то там 30 лир. Я думала, если честно, я думала, много выйдет. Блин, потом думаю, надо было самой оплатить. Такая. Думаю, ну ладно. И вот так. Ну, смотрю, вообще нельзя так. Вот честно скажу, моя бабушка, она говорила, что нельзя, чтобы было много вещей, потому что за каждую вещь, типа, отвечаешь на том свете. И тем более, которую не одевала, да, еще. Вообще кошмар. Ой, так боюсь я вообще эти дела. Иногда думаю, надо отдавать, пусть хоть другие люди носят. А самая шопоголик. Вот у меня будет плохое настроение, мне надо пойти что-то купить. Куплю, ой, сразу настроение хорошее. Или у меня бывает дурное настроение, пойду сразу в салон красоты. Схожу, и все проходит. Это что за... Вообще, у женщин вот эта болезнь вообще нехорошая, вот честно вам скажу. Ну, наверное, не у всех так, да? Ну, у меня так. Знаменский такой вкусный. Угу. Еще 5 килограмм едет. Сказали, что на этой неделе будет. Угу. Да, 5 кило гелью. Адем, сезинки гелью. У меня мужчина заказывал его заказ. Поболтала и проголодалась. Доем. Железистые вкрапления уже, видимо, давно съела. Думала, осталось. Молока нету. Ой, девчонки, наелась так хорошо прям. У меня здесь немножко туркестанчик есть. Насыпала с пакета. Вчера прибирала тут у себя опять Маша. Все по пакетам. Где мало оставалось. Блаженство. Туркестан светлый и плитки для меня блаженство. Что-то очевидно невероятно. Так пилерим, тешекюр ederim. Seviyorum, öpüyorum. Çok yedim, hepsini yuttum. Угу. Soruyorsun soruda. Еще раз хочу вам сказать, что я глотаю, что я не глотаю. Там спрашивают девчонки, наверное, новые подписчицы. Спасибо вам большое, что вы подписываетесь. Я глотаю только любимые. Не то, что любимые. Я люблю все сухие сорта. Со всякими запахами, да, такими термовкусными. Я их все глотаю. Когда они в чистом виде. Я не глотаю мокрый мел. Я не глотаю мел с глиной. Я не глотаю глину. Я глотаю только два вида глины. Три. И то мало. Это Туркестан светлый, но я его глотала всегда. Но я его немножко срезала. Туркестан светлый, Туркестан белый, желтая украинская, тюзка. Я их глотаю понемножку. Совсем их не глотать я не могу. Остальные глины я не глотаю.
Когда я говорю, не глотаю совсем, это уже 10-15% я проглотила, потому что во время того, когда ты жуешь, он все равно уходит туда куда-то. Так незначай. Вот, чтобы вы знали, девочки, мои новые подписчики, подписчицы. Когда я ем свои сорта любимые, у меня все любимые сухие сорта, я очень люблю, я их всегда глотаю. Я очень люблю. Но в одно время я вообще ничего не глотала, потому что когда я узнала, что у меня гемоглобин 50, честно скажу, испугалась. Маша жить хочет. Я тогда не глотала, а сейчас опять начала глотать. Мои уже заметили, старые подписчики. Да. Уже начала глотать. Честно скажу, вот я же говорила, что я пью, да? Не знаю, надо было сахар проверить. Ой, сахар говорю, гемоглобин проверить. Может быть, нормализовалась от коллагена. Кто его знает? Ой, сейчас мне там все напишут, коллаген вообще не для этого. Я знаю. Просто самочувствие у меня лучше стало немножко. Но головокружение, конечно, иногда у меня есть. Вы знаете, я говорила вам так. Иногда даже как будто вот-вот упаду или как будто вот-вот сознание потеряю. У меня бывает такое. Как говорится, человек ко всему привыкает. Как-то так. Вот. Ну все, мои дорогие, будем прощаться. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы подписываетесь, ставите лайки. Спасибо вам большое за поздравления. С днем рождения меня поздравляли. Спасибо большое-пребольшое, честно, вам всем. Я вам всем желаю здоровья, счастливой, долгой жизни, в изобилии, в достатке, в вере. Верьте всегда. И, то есть, вы поняли я о чем? Верьте всегда, да? Всевышнему Аллаху. Вот, он всегда помогает, всегда, честно, в трудную минуту. Или там, вот я прям иногда вот прям в шоке. Что попросишь, происходит так интересно. Вот, благодарю, конечно, Всевышнего за все. Вот, и чтобы у вас всегда все было хорошо, прекрасно. Уделяйте мне из вашего времени маленькое такое времечко. Несколько минут, да, такая. Вот. Благодарю вас. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, пчелорам чок тащики радиором. Хэппинес дом гюдем бля. Кту нашей орда йорум лана яздыңыз. Хэппинес чок тащики радиором. Сізе да мутлу гюнляр дилиором. Мутлу йыларда. Хэр шей и олсун. Аллах хэр заман ярдам этсін. Аллаха шүкір, хепіміз бәрәбір, сіз барсыңыз. Әр шей үшін чөк тәшікір едіорым. My dear, thank you. I love you. Я думаю, что мы с вами еще увидимся. Обязательно. Пока-пока. Целую вас. Сейчас Маша дотянется до солнца. Ой, пойду сушить. Просушу, упакую красиво это все. Вот это тоже. Ну, прочные пакеты, я вам скажу. Прочные. Другие пакеты, вот когда я. Этот, у меня рвутся. Вот эти прям прочные. Еще раз, я Нюти, большое-большое спасибо. Пошла сушить. Пока-пока. Бай-бай.